Итак, друзья, сегодня 9 сентября 2015 года. Я вам хочу показать инжир, который уже дает вот третий урожай. Вот видите, вот это плоды уже третьего урожая. Вот они. Второй уже съели. Ну и второго урожая еще есть, плоды висят. Дозревают. И третий урожай. Мне был задан вопрос на YouTube. Вернее, не вопрос, а упрек такой, что три урожая инжир давать не может в Киевской области. 25 километров от Киева мы находимся. Вот, пожалуйста, вот они, эти плоды. Вот. Если вы хотите собственноручно в этом убедиться, то, пожалуйста, приезжайте к нам на экскурсию, можете посмотреть. Вот видите, второй урожай, вот он. Он очень сладкий. Вот аж течет здесь, вам не видно, но по нему даже такие муравьи уже лазят даже. Вот перезревшие плоды. Вот он, мягенький-мягенький, ну, аккуратно с ним. И, естественно, третий урожай. Вот он. Он сейчас еще, конечно, не зрелый. Но он есть. Так что, пожалуйста, можете покупать инжир, выращивать у себя на приусадебном участке. Можно сделать такую неотапливаемую теплицу, вообще неотапливаемую. Либо укрывать его на зиму, чтобы зимой, когда идет какое-то потепление, чтобы инжир не пустил сок. И когда ударит мороз, он не замерз. А так он выдержит до минус 30. Вот в этой теплице. Вот там была пробита крыша случайно. Как-то льдом или снегом, не знаю, чем была пробита. Но, в общем, было минус 30 здесь. Он весь выжил, нормально и плодоносил. Правда, в тот момент он дал только два урожая, потому что он немножко промерз где-то вот, до этих пор. Вот, но два урожая дал. Это было несколько лет назад. Сейчас все нормально. Так что можете покупать, выращивать и наслаждаться очень вкусным инжиром.